Они фонтанируют идеями, как добыть давно не фонтанирующую нефть. Молодые специалисты топливно-энергетического комплекса со всей страны собрались в Ханты-Мансийске на свою 17-ю по счету конференцию. Прежде чем попасть на нее, юные дарования прошли подобные конференции в своих компаниях. Так что в окружную столицу съехался цвет нефтяной отрасли в категории «Наши надежды». Проекты, которые представлены на конференции, это не только новые инженерные решения или методы исследования, это и экологическая безопасность, трудовые отношения и финансы. Высокий уровень показывают в компаниях, раз. Высокий уровень и, допустим, экономистов, и геологов, и разработчиков. Это показывает, на какой уровень вышла компания. И, имея возможность сравнивать с западным опытом, да, то есть в нефтяных компаниях или там геологических институтах международных, то я даже бы сказал, горд за этих молодых специалистов.